собрались сегодня вместе, чтобы было интереснее. Много нового узнаем. Что ж, ребята, начинаем? Здравствуйте! Меня зовут Яковлева Александра Павловна. Я веду студию раннего развития «Маркоша» в автономном учреждении Содружества домов культуры. Всем привет! Ребята, сегодня к нам в гости придет сказка, которая называется «Маша и медведь». Готовы? Тогда начинаем. Жили-были бабушка и дедушка, и была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да и по ягоды, пришли звать с собой Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечает: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, а то заблудишься». Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться их звать. Как она стала звать? «Ау! Ау!» А подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу и совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечает. Толкнула она дверь и открылась. Вошла она и уселась у окна на лавочку. Села и думает: интересно, кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большой-пребольшой медведь. Он целый день по лесу ходил, его дома не было. А к вечеру он пришел и обрадовался, что Машеньку увидел. «Ага, — говорит, — теперь я тебя не отпущу. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Машенька, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. «А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю и тогда уже съем». Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти, не знает и спросить не у кого. Думала она, думала, придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: «Медведь, медведь, отпусти меня на денечек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев отнесу». «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься, давай гостинцы я сам отнесу». А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: «Вот смотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке и бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай, я найду бок в лесу, за тобой следить буду». «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб». А Машенька говорит: «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь вышел, Машенька сейчас же залезла в короб и на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет, идет между елками, бредет медведь между березами, во вражки спускается, на пригорке поднимается. Шел, шел, устал и говорит: «Сяду на пенек».
съем пирожок, а Машенька из короба. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Вижу, вижу, высоко сижу, далеко гляжу. Неси бабушке пирожки, неси дедушке пирожки. Ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел, 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 шел. Остановился, сел и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба кричит, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь, говорит, вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Тук, 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 тук. Скорее открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. Собаки почуяли медведя, выбежали и давай лаять на медведя. Аф, 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 аф. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился бежать. А собаки за ним до самого леса бежали, прогоняли медведя. Вышли дедушка с бабушкой, открыли короб, а там сидела Машенька. Обрадовались дедушка с бабушкой, стали обниматься да целоваться, умницей называть. А больше Маша так далеко в лес не заходила. Ребята, понравилась вам сказка? А что случилось в нашей сказке? Машенька пошла в лес и заблудилась, потому что далеко ушла от своих подружек. А что потом случилось? Правильно, она попала в дом к Мишке, который отпустил девочку? Нет, он оставил Машеньку у себя, чтобы она ему готовила, убирала, стирала. Но Машенька очень хотела домой к дедушке с бабушкой. Какую хитрость она придумала? Да, она напекла пирожков, а сама залезла в короб, а блюдо с пирожками поставила сверху. Давала она Мишке сесть и попробовать пирожки? Нет, не давала, иначе бы медведь открыл короб и увидел, что там сидит Машенька, и тогда бы Машеньке не получилось прийти домой. Ну что, наша сказка подошла к концу, и нам пора прощаться. До новых встреч!